потеряли пацана. Семейный наш вечер. Отдыхаем. Видео о том, как мы проводим вечер. Заняться нечем, да? Все отдыхаем. После тяжелого дня. Быстрее! Что хочешь? Ты что, не хочешь играть с моей игрушкой? Вот ты хочешь играть с моей игрушкой. Вот зачем тебе она? Зачем тебе она? Сдалась тебе. А что ты смотришь? А, ты тут. Ты посмотри на нее. Вот игрушка важнее. Оскар, я тебе реально. Оскар. Я тебе говорю. Я тебе говорю. Игрушка важней. Да ты пойми меня. Зачем тебе одна? Папа, что там делает? Она тебя бросит, а игрушка никогда. Ты тоже будешь игрушкой играться? Не, пока нет. А что? Открою, посмотрю. Так ты вчера открывал, смотрел. А я и сегодня хочу открыть, посмотреть. Боже, и все? Игрушка. Вот, ты понял, что игрушка лучше? Рома. Ну вот, игрушка лучше. Вот да, вот, пойми меня. Не мучай собаку. Ты посмотри на нее. Рома, не балуйся так. Папа опять открыл, сейчас посмотрит и закроет. Не надо так на меня смотреть. А папа не мог строить. Рома смотрит Машу и Медведь. 12 лет мальчику. 11,5. С какой половиной? 11,75. В каком месяце у тебя день рождения? В июле. В июле? Да. Да. А числа какого? 2 месяца. Ничего себе, выучил, слава богу. Ну или правильно сказал. Хорошо. Давид так начала прикидывать, правду или неправду. Ага, ага. Ну так как-то засомневалась. Хочешь посмотреть на меня маленькую? Да. Иди посмотри. Глянь, какой альбом. Видел? Познакомьтесь со мной. Это мое резюме. Шо? Кому-то звонят. Я познакомился с ними, мне достаточно. Давайте это обратно запрячем. Не надо. Сейчас она будет тебя дальше знакомить. Я еще не номерую. Опа. Так, Александр достал подаренный самолетик. Дети подарили папе. А что у него не номерует? Вот такой самолетик папа будет слаживать. Ну, посмотрите на него. Нету, да, номеров? Тут нету. Ну, тут значит, не без номеров. Деталей. Ну да. Я тут соберу. Вы посмотрите на этого маленького проказника. Оскар. Ой, Рома. Ну перестань. Сына, не надо ему пальцы в рот засовывать. Ну, плохо было, да? Угу. Саша, сделай мне, пожалуйста, вот наушник валяется. Вот. Сделать как? Ну, одень создать его. Создать новый? Нет. Одеть его? Не, ну... Так? Да. Ты же знаешь как. Я не знаю, что он этот поломался. Познакомься со мной. Ну, реально, я не знаю, почему он этот... Только что был нормально все. Потому что поломался. А ты, Роман, что делаешь тут? Делать арбалет. Что делаешь тут? Ты что, не у бабушки? А, ну так пронумеровали. Понял. Что будешь делать? Арбалет. А, тут у Романа вот игрушки его, маска. Что поломанный. Нос торчит. Его же. Да. У нас есть все эти. Ну дай, покажу. У нас есть эти. О, а что ты этот не кидаешь, слышишь? Так, дартс. Дартс? Да. Ну, стой. Это мусор на лице. А вот есть эти, как их, резинки? Есть. В смысле? Две пачки.
Каких резинок? Там, там лежат, не знаю, какие он говорит. Так, тут у нас это. Игрушки Ромкины. Этот конструктор. Такой он тут, что он собирал. Не знаю даже, что тут это такое. Непонятно, короче. Это у него тоже с Лего. О, это шарики вот так вот пулять воздухом. Короче, вот так раздвигается пистолет. Блин, не могу одной рукой вам показать. Ну, короче, потом стреляет. Ну, я думаю, вы догадались. Автоматы тут у него. Меч такой деревянный. Когда были на море, покупали ему. Ну, вот так вот. Вот. У нас еще солнце светит. Да, хотя уже 6:30 уже, вечера. Уже ночь, но солнце светит. Не умничайте, папенька. Я поломала. Кого? Все. Я думал, ты сама выбрала его. Его тоже скоро поломаю. Вика, идешь альбом показывать? Я не надо, я уже познакомился. А ты знаешь, как альбом показать? Виктория, я могу только звезду показать. Да, ну иди альбом показывай. Кого? Познакомьтесь со мной. Да, это я в садик. Меня попросили сделать такой альбом. А у вас что, два альбома? У тебя один альбом на двоих еще? Нет, это один это альбом. Викин и все. Я на работу возьму, это я в садик. Так выбрала. А вы что-нибудь, Александр? Лето 2011 год. Та ты что? И мне, кстати, моя сестра помогала. Оля, двоюродная сестра. Да, она мне вот это вот распечатывала, мы с ней сидели, придумывали. Ну, а потом уже я вот это начинала. Тут всякое, наклейки клеить. Не тут, а... О, вот эти вот классные, они с бисерами внутри. Да. Ну да, раньше такие были. Да, девочка, с которой я гуляла. Да, вот. Могу продать, задорого. Ага. Ой, это сестра моя, двоюродная. Да. Это друг. Угу. Ну как, друг. Это у бабушки. Возле пруда, да? Это с Мишей, с братом. Нормально. Это что, яблоки мы жарим, что ли? Не знаю. Короче, это тоже подружка. На качеле сидим у бабушки. Это у меня телефон это садится. Это море. Да, Азовское море. Как же хочется сейчас на море, а? Да. Там холодно. Ну и шо? Это тоже на море. Я как обычно. Вечером ездила. Лицо не меняется. Викуся на как квадроцикле. Это она с папой, как всегда, тут пасочки лепила. Да. Замки всякие. А это всякие, вы специально, да, звездой яму заклеили кого-то? Ну да. Вот. И вот она. Да. Викуся маленькая была. Шо, всё? Вот и все. Да. Вот такая вот история из жизни. Роман, как всегда, шутит. Папа, караоке альбом. Сейчас будем петь. Не, не надо. Пока я в атмосфере. Давай петь. В микрофон. Ты тянешь меня. Давай. Вата. Нет. Тут есть микрофон. Я поздравляю. Ну, вот вам же понравилось, как я пела? Как было, да. Ну, пела, как я понравилась. Сейчас папа скажет, подожди. Сейчас он обмозгует там. А где... Так. Папа, будет с Викой. Она хочет петь. У нее суперский... Суперски плохо получается вокал. Тут аттестата нет. Нету. Аттестат в крови. Папа, как всегда, ест. Как и Вика, как и дочь твоя. Как и Вика ночью. Тихо. Все,
Сдал тебя брат. И днем тоже. Ага. Да, днем, само собой, а ночью. Вот. База. Да, это база. А, F. Это буквы, как ты знаешь? Да. А что этот худит, язык высунул? Ой. Текай. Надо это убрать. А то погладить вещи погладили на полу. Даже гладильной доски нету. Вот. И это надо прибрать. Руками гладили. Да вот, утюг стоит, конечно. Ты сейчас расскажешь. Ой, уже солнышко понемножку садится он. Ну вот, вот там у нас закат. Чтоб влажный, да. Блин, ну что сегодня не пришла? Этот кактус отцвел уже, тут были цветочки маленькие. Нет, такие. Так что вот так. О, от спиня. Лика, ты будешь у меня бегать, когда я сидеть буду стрелять? Сядь. Ты меня не стреляй, главное. Сидеть. Он лег. Мама, не, ждать. Маму не стрель, а то сейчас... Ждать. Подожди. А мне арбалет тут сделал. Ждать. Ух ты! Тут еще надо определять, ждать. Оскар, умри. Все. Ты его родился. На, подожди. Он эту команду уже сколько знает? Вставай. Все, вставай. Ну, хватит. Попробуй поднять его теперь. Голодный, он не встанет. Ну что он голодный? Вставай, не голодный. Иди сюда. Надо что-то давать за то, что он сделал. А ну мне. Все. Ля. Все распалось. Забил. Покатилась Леонид. Мое. И ждет. И ждет же, когда кто-то к нему подойдет, чтобы забрать. Несет, несет. Конечно, папе надо принести. Отдай. А что ты для него сделала, чтобы он тебе нес? Ну, на камеру, давай. Не буду я на камеру, чувак. Хай, мама. Давай, давай. 5000 подписчиков отпишутся. Знала. Не, как это? В ТикТоке. А, у то, да. Это что было вообще? Это ТикТок был. Мы не смотрим с тобой. Я тоже, я не могу. Да ясно. Отпусти. Давай танцевать вместе. Да, ты его за заднюю лапу, слышишь? За заднюю. За заднюю, да, бери. Да короче, слышишь? Собаку мучают. У нас заберут тебя, да, понимаешь? Чего ты меня грызешь? Нормально, тебе не доверяю. Что там? Чистые зубы. Вот, смотри. У тебя чистые зубы. Роман что-то там чудит, что-то там собирает, собирает. Что-то там фантазия работает. Да хватит, блин. У меня фантазия такая. Так, глянь, лапку одну поджал, типа он этот, не, балерина. Не, боком ложись. Ну, боком ложись. О, сразу лёг, слышишь? Я думал потом, что он серый такой. Один серый, другой белый. Да ладно, она что его по асфальту так тягает? Ну, у бабушки во дворе. Прыжок. Прыжок. Сколько радости у собаки. Голос. Да, Натали? Да. Голос.
есть, еще все помню. Так что ты сюда всегда несешь? Ну, папе же, конечно. Отдай. Отдай. Ай, у меня рука болит так. Капец. Да вот ей неси, на. На. Ее, ну что за... Да это яблоко грыза. И что, вкусное, да? А он ага. Любит пожевать. Да, он же... Яблоко любит это, кушать иногда, да? Да? Только на пол туда, кушать. Туда. Слазь. Давай, давай, давай. Да, довели собаку. А он иногда такой, этот, я что-то готовлю, салат какой-то, и вырезаю вот эту вот твердую часть от капусты. Угу. Рома, только попробуй. Какие там... же ты сейчас шваркнешь кому-то. А ну, Макс. Подожди, давай. Сейчас бы дыру пробил, если бы наточил. Если бы наточил. Ну-ну, салат режешь и ему даешь. Он выпрашивает у меня капусту и ест капусту. Да, Ваши. Сейчас съест, слышишь? Да. А у него иногда бывают такие припадки, когда он... Ну да, ему иногда даешь, он отворачивается, не хочет. А это что-то вообще? Кукла даже щавель ест. Да ты что? Да, я курям, когда давала. Это у бабушки Лиды собачка есть. Кукла зовут. И она ест и капусту, Вика дает, и щавель, да, ты говоришь? И виноград у нас летом она ест. Ну не летом, а уже в августе там. Мне 3 стоит не покормить, она все ест. Нет, Александр, вы не угадали. Она просто так кушает. Ей нравятся овощи, фрукты. Я заберу. Он не хочет уже. Наився же вашего яблока. Ешь. Да не хочет он, не надо заставлять. Не надо только. Не надо ему тыкать в рот. Я конечно, хотела погладить собак. Убери лучше, дочка, пожалуйста. Ага. Бегом! Папе не принес. Куда ты, куда ты пришел точить вот это вот? Ходит, сыночка, в мусорное ведро, пожалуйста, это точится все. Уже сынуль. Да. Да, пол седьмого уже он по времени. А вечером. Можете, да, снимать там. Можете еще успеть. Куда? Вы, ты можешь с Ромой еще успеть сходить. Ну, что, пришла посылка? Да. Так пойди получи. Ну, он Рома говорит, пошли. Я тебе доручу, ее сам сходишь, хорошо? В смысле? Ну, как ты там... Платишь? А что, ну, сходи с ним, он скажет номер и заплатит, и все. А не надо платить. А, не надо платить? Тем более, он скажет сам номер, и все. Так тебе надо потом подтвердить, что это твоя посылка. Че, нет? Нет? А что ты, нет, а мне, а что там в посылке? Он просто скажет, что моя сестра глухонемая. Не моя, не твоя. Не моя. Они до 7 или до 8. Сестра не моя, не моя. Что-то не подля. Сидит, не идет, ни мне, не говорит, никому. А что ты терпишь? Только не терпи, иди в туалет. Потому что ты меня и так саму отправишь туда. В смысле, что я с тобой типа не схожу туда, чешу? Ага. Ну вот одевайтесь, сидите, сходите. Да вы все, тут быстро сходить. Сабина, сходи. Нет. Я не плачу. Не выключай. Да ну сходи. С папой сходите вдвоем. Я схожу. Сама что ли? С тобой. О, Господи, что ты до завтра будешь терпеть? Просто так. Ой, я забрала у Оскара игрушку. Лежит в русском. Как и вы для меня. Да блин, что ты падаешь сразу? Ты дурак. Все, ай! Все, я отпущу. Ой, так вот проводим вечер с семьей. Прыгай. Прыгай. Давай. А ну, вот, на точку. Давай. Ай, за руку. Прыгай. Вот, недалеко. Прыгай. Крошу, вот давай. У меня. Давай. Прыгай. Вперед.
Что? Что? У меня отпало. Кто? Ухо? Мозг. Еще лучше. Что у нас с папой сегодня? Я вообще не понимаю. В смысле? Грустный какой-то. Грустный, расстроенный, злой. Недовольный. Я сижу, шучу с вами, разговариваю, лежу. Ты что надо делать? Лежишь недовольный. Погонять вас тишу. Погоняйте. Нет. Догонялки. Ты не такой. Догонялки. Как Соска. Догонялки, может, играть. Что-то мастерит, мастерит там что-то. Да ну у меня тут все развалилось, я что, виноват? Понятно. Я в некоторой части виноват. Ну, в принципе, я не виноват. На. Опа! Я же украли невесту. Боже, вот что бы мы делали без него? Было бы скучно, да? Без Оскара. Да. Спасибо, дочки. Обращайтесь. За такой подарок. Обращайтесь. Свингу. Который... Ну, в которой уже нету. А где моя? А, вот моя. Это неудачная ты шутка была. Да ладно. Ты понял? Ты не понял. Конечно, он понял. Не ко мне. Иди, мама. Потом вечером сходим Оскара выгуляем. Я с папой. Дети не хотят с дома выходить. Ну, а мы пойдем прогуляемся полчасика, да, Оскар? Коняк. Чтобы Оскар сделал свои дела. Пописал, покакал и спать вечером. В папу, конечно. Да не может быть. Может. В Рому. Ты стреляться будешь? Так что всем хорошего вечера. Доброй ночи. Мирной ночи. Рома. Чтобы было тихо и спокойно. Все, всем пока-пока. Ох,